В билдебот прилетел змей Горыныч. Он поймал одного игрока и теперь гонится за принцессой. Куда же теперь он их утащит? Дракон очень любит золото, и, наверное, он полетел к сундуку. Ребята, на протяжении всего видео я спрятал 5 золотых слитков. Сможете ли вы их найти? Напишите их местонахождение в комментариях. Итак, мы узнаем, кто из вас самый внимательный. На самом деле наш змей Горыныч очень добрый. Он просто хотел помочь игрокам быстрее добраться до сундука с золотом. Если вам понравился змей Горыныч, поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем привет, ребята! Сегодня мы сделаем вот такого змея Горыныча. Время туториала. Ставим пластиковый блок и с помощью рулетки поднимаем его вверх. И отсоединяем от земли. И получается летающий блок. Если вам непонятно, что куда я масштабирую, то вот циферки, по которым можно ориентироваться. Сейчас у меня 7 на 7 на 12. 12, 14, 15. 16. Теперь ставим 2 блока. Вот какие у меня настройки стоят. Плюсики. И их делаем минимальными. И теперь вытягиваем их на другую сторону. Сейчас мы установим 4 сервопривода. 1, 2 вот здесь. И теперь мы берем пластиковый блок, ставим его внизу. Еще один. И теперь перетягиваем эти блоки на другую сторону. И от этих блоков ставим еще 2 сервопривода. Они у нас немного перевернутые получаются. И теперь снова возвращаем. И под ними тоже ставим блоки. Это будут у нас ноги. Ставим на 0.5 и делаем чуть побольше. Опускаем вниз. Вот так на 5 делений. И также делаем с остальными ногами. Строим пятки. Ставим блок, делаем его поменьше. Вытягиваем вперед и на одно деление назад. На циферках получается 2,1,5. И то же самое еще делаем с остальными тремя ногами. Теперь строим когти. 3 когтя на одну ногу. Делаю чуть-чуть поменьше. И здесь в центре еще ставлю один блок. Делаю его поменьше. Масштаб на 0.2 и вот так. И получается 3 одинаковых когтя. И также нужно сделать со всеми остальными ногами. У змей Горыныча еще есть большие пальцы. Строим их тоже. К передним лапам прикрепляем 2 стульчика. Это нужно, чтобы он мог своими ногами хватать игроков, и делаем их прозрачными. Перекрашиваем все это в красный цвет. У пяток возьмем более темный оттенок. А когтям я придам серый цвет. Ровно по центру ставим кресло пилота, отвязываем от него сервоприводы и привязываем. 2 задних на клавиши E, Q, а 2 передних на клавиши Q, E. Сохраняем и проверяем. Ноги у нас ходят.
А теперь мы строим крылья. Протягиваем блок, делаем его чуть поменьше и к нему прикрепляем шарнир. И с другой стороны тоже. Здесь ставим пластиковый блок, делаем его чуть потоньше. И делаем длинные крылья. У змей Горыныча они не такие длинные, как у птички, поэтому сделаем чуть поменьше. Вот смотрите, я еще тоньше не могу сделать, потому что там желтая штучка портится тогда. Надо 0.2 вот так чуть приплюснуть. Тогда хорошо получается. Здесь немножко вытяну. Вот так вот получилось у меня такое крыло. Снизу ровно под другим блоком, под шарниром, я поставлю пластик. И здесь прикреплю обычное колесо. Задвину немножко. Здесь поставлю пластиковый блок и сделаю из него маленькую палочку. Втягиваю. Делаю потоньше и поменьше. Сзади стульчика ставим рычаг. Если у вас нет рычага, то можете поставить кнопку. Отвязываем от него то, что к нему привязалось, это у меня был сервопривод, и привязываем к нему колесо. И отвязываем колесо от стульчика. Ставим крутящий момент на максимальный и скорость на десяточку. Здесь мы построим такой закрывающий механизм, чтобы крыло у нас не поднималось слишком высоко. Немножко сюда задвинем. Это одновременно и декор, и механизм. И то же самое мы строим с другой стороны. Но видите, как у меня. И у правого колеса ставим обратное вращение. И перекрашиваем все это. Одна палка смотрит налево, другая направо. И выделяем весь этот механизм. И ставим у него прозрачность на 100%. Так, ну сначала мы вытянем сюда назад. Здесь поставлю блок, нам нужно сейчас поставить тут ракеты. Вытягиваю. И на другую сторону тоже перетягиваю. Делаю чуть побольше. Здесь ставлю две ракеты. Их нужно привязать к креслу пилота и отвязать от рычага. На разные клавиши их привязать нужно. Одну ракету на клавишу R, другую ракету на клавишу F. На телефоне можно на кнопки привязать. У платформы и двух ракет ставим прозрачность на 100%. Делаем основание для голов. Центральная голова будет неподвижная. Устанавливаем сервоприводы под углом 15 градусов. Включаем совпадающее вращение в настройках. Переустанавливаем сервоприводы, чтобы головы не упали. Сервопривода ставим крутящий момент на максимальный, скорость на 2 и угол наклона 20 градусов. Отвязываем их от кресла и заново привязываем на клавиши E, Q.
у правого ставим обратный поворот. И перекрашиваем все это. Теперь строим уши. А теперь глаза. Зрачки. Делаем брови. Делаем Змея Горыныча огнедышащим. Делаем рот. И еще ноздри. Еще мы совсем забыли перекрасить тело. И почаще сохраняемся. Теперь опускаем и проверяем. Все у нас ходит. А теперь строим хвост. Ставим под наклоном блок. Немного его масштабируем. Заезжаем внутрь, делаем чуть поменьше. И расширяем по всей длине. Теперь берем сервопривод и ставим на него. Ставим угол наклона 90 градусов, чтобы было удобнее. И вот таким вот образом установим сервопривод. Теперь ставим угол наклона 45 градусов. На сервопривод ставим блок. Масштабируем его внутрь, делаем поменьше. Немножко продлеваем, делаем пошире, потолще. Чтобы он не докасался до земли и был чуть выше ног. Теперь
теперь под наклоном 45 градусов устанавливаем блок. И делаем его чуть побольше. Чтобы получился красивый хвостик. Серопривод привязан на клавиши EQ. Чтобы хвост у нас не отвалился, нам нужно поставить серопривод заново и привязать его на клавиши EQ. И отвязать от рычага. И перекрасить в другой цвет. И теперь сохраняем. Можем проводить тест. Включаем крылышки нажатием рычага. И теперь мы можем ходить пальцами EQ. У нас крутится хвостик и головы тоже вращаются. И еще мы можем летать, используя какие-нибудь клавиши. Например, если нажать R, тоже полетим, и F тоже полетим. Но это чтобы у нас, если топливо кончится, было удобно. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Ух Геймс. Всем пока!